О, деньги пришли. Деньги пришли, и я пришла. Всем дрянки. Чё-то никого нет. О, привет. 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 Здорово. Привет. Господа, я еду на фан-встречу. Скажите мне, кто-нибудь из вас здесь будет, кроме Константина, на этой фан-встрече? Хола, я вижу тебя, Костя, вижу. Так. Ты придешь получить мой автограф, Кость? Да, мы до сих пор, Костя, едем. Здравствуйте, смайлик, я буду. Отлично, Азизовна. Вот одна Азизовна будет. Мы с тобой так сфоткаемся и так. Какая ты красивая. Какая красивая ты. Красивая, красивая. Привет. Нет, жаль, я в Самаре. Ну ничего, мы как-нибудь доберемся до Самары. Я буду. Так, я крутая. Чепадая. Крутая, хорошо. Как дела? Дела хорошо? Спать что-то охота весь день. Так, я знаю, что надо сделать. Надо надеть Коську. Где едем? Где-то в районе Мосфильма едем. Enjoy. Ахош. Ахош. Привет. Что такое Ахош? Я не знаю. Ахош. Ты осени красивая. Здравствуйте. Монотонно. Томский, когда будешь, ребят? Не знаю. А если кто-то из Минска смотрит, у нас гастроли 3-4, кажется, октября. Будем в Минске. Так что, Беларусь, welcome. Приходите в гости. Мы везем спектакль «Салемские ведьмы». Привет, привет. Салам, я не знаю, что это. Привет. Короче, ребятки, я, значит, напомнить. Что это? Я вам напомнить. Сегодня на Косыгина 17. Вот прям буквально сейчас я буду. Мне будут задавать вопросы, я буду с вами фотографироваться, буду давать вам автографы. Очень жду. Надеюсь, что будет больше, чем 10 человек. Потому что мне мой визажист сказал, что будет 20. Аня, сколько будет человек? Сотня. Аня ставит сотню. Ставлю на сотню, что будет сотня. Целую, пока.